А заморочки с порталами. А как, кстати, это делать? Что, блядь? А как это происходит? Он у нас есть, может? Это что такое? Что за хуйня? Привет, с вами Руслан, вы на канале Паф, и сегодня мы продолжаем играть в Pizza Tower. Сколько уже месяцев мы с вами не виделись, и знаете, это было очень важно, нужно для меня на самом деле, поэтому я извиняюсь перед теми, кто ждал, возможно, этих видосов, если хотя бы есть один такой человек. Я как домой вернулся, на самом деле, и очень приятно, что я все-таки решился опять записывать. Собственно, вот, вышло обновление Pizza Tower, многие просили, многие писали, поэтому я как бы такой, а почему бы, собственно говоря, и не, давайте зайдем, посмотрим и попробуем поиграть. Потому что обновление Noise это ж... Я даже, понимаете, я услышал от человека, что это такое, но я сам даже не представляю, что здесь нужно делать и вообще чем заниматься. Так, это мы видели, по-моему, в самом начале. Подождите, вы хотите сказать, та же самая, все то же самое, совершенно то же самое. Только на этот раз мы будем, получается... А как... Ой, бля, я вообще забыл... Я забыл, как играть. Так, здесь прыгать, хорошо. А как... Я, блядь, забыл. Я забыл, как играть, прикиньте. Я просто забыл. А как он ездит по стенам вообще? Не понял. Подожди, ага. Не, ну тут понятно. А как в сложных миссиях, где от стены обязательно... Хули щет, смотри, что творит. Ага, понял, смотри, давай пробовать. По-любому здесь откроется второе, как обычно. Ага, ага. Все, понял, давай попробуем с разгона. Потом попробуем быстро пройти и уже какую-нибудь миссию. Собственно, ага, да подожди, куда ж ты, ёп. Не понял, подожди. Подожди, а как быстро-то это делать? Смотри, он бежит. Нажимаешь вот так. Смотри, он врезается, то есть. Либо джойстик у меня такой, смотри, ну-ка. Ага, покрутился, ага, сюда. Смотри, просто, блядь, нереальный. Так, смотри, новое обучение. Нойс прыгает. Получается... А куда? Куда ты побежал? Подожди. Ну, в принципе... Подожди, еще раз давай. Ага, и в бок. Все понятно. Все стало ясно. Сейчас. Так, подожди. Dash hold. Ага, ну-ка давай, подожди. Сейчас. Оу, холи щет, ну куда? Куда? Я только научился, он маску даже делал. А, все что ли? Это обнова что ли? Блин, это все обнова. Лап, два портал, анок. А, то есть мы быстро даже с вами прошли, прикиньте. Вот, еще интересно узнать бы вообще, как у вас дела. Пишите комменты. Ага, открыли. Тут будут новые уровни, интересно, немножко переделанные. Или вообще все то же самое будет. Тут же у нас тыквенный апдейт был. Там что-то с тыквой можно было делать, помните? Здесь как... А куда? Я себе. Верни обратно, блядь. Что? А, это ачивки, блядь. Окей. Но пока выглядит забавно. Не сильно много они исправили, не сильно много доделали. Возможно, если вы напишите комментарий, и вам будет это интересно, то я обязательно, собственно, с вами и опять пройду. У нас есть такой костюм. Не-не, мне нравится оригинальный. Я обязательно с вами пройду, наверное, еще раз Pizza Tower, если вам, конечно, это интересно будет. Если нет, не буду ничего проходить. Не знаю, может и буду. Я не... Вот эту миссию я просто не перевариваю. Я так не хочу туда идти. Подожди, что? Что можно за Нойза попробовать пройти? Так, тут у нас... О, оригинально. Вот это мне нравится. Или... Какой-то мод на ММАСы, блядь. Смотри. Так, здесь портал второго уровня, я понял. Точно портал, да? Ага, понял. Сюда мы бежим в конце. Окей, погнали. Хорошо. Идем дальше. Пока нужно приловчиться, я не уверен... А, блядь, я там что-то пропустил. Ну, мы еще потом, когда обратно будем бежать. А куда? Куда, Нойз? А, стоп. Ага, все, побежали, побежали, побежали. Нам нужно... А, куда, куда? Блядь, куда хуй сос? Подожди. Хорошо. Есть, все, пока летим. Ага, понял. А, в смысле? А как это ломать? Стоп. Подожди. А как ломать-то, блядь? Все, ладно. Я хотел, думал, может, хоть на S хоть когда-нибудь это пройду. Подожди, так Пипина мог вот так вот ломать. А мы так не можем, получается.
А как можно тогда? А как можно это сломать? Так, стоп, не понял. Вот, что я сделал? Так, ударь ты ее, блядь. А-а-а, вот Василий. А, нет. О, смотри, кстати, он как крутится, прикольно. Так, подожди, давай потренируемся. Хорошо, смотри. Он просто вот так делает. И зачем-то крутится, я не могу понять. Я хочу удар, просто классический удар сделать. Как сделать классический удар? На Д мы точно пройдем, может, на пройдем. Да, блядь, ты что ж ты делаешь? Ну, он не дает, как это сделать? А, это как я сделал? Подожди, так за него только... Смотри, Нойз. Ага, понял. Хорошо, летим, все, погнали. Ну все, мы тут уже наиску не пройдем, это 100%. Я так понимаю, это прям железно. Это прям железно, гадалки не ходи. Да куда ты идешь? Я пошутил насчет гадалки. Погнал, на скейте, на сноуборде, на чем-то там. Так, смотри, здесь у нас вот так вот. Только вот здесь еще у нас... Подожди. Бля, вообще разучился, честно, ребят, играть. Бля, я никогда не умел. Не помню. Вообще не представляю, как это я раньше проходил. Так вы вспомните, какие у нас там уровни были. Это же вообще полный пиздец. Ага. Ага, понял. Ключник здесь, но ключника нет. Хорошо. Тихо. Ты что? Борзый, что ли? Так, let's go. Ага, хорошо. Летим. Вверх взлетаем. Ага, прикольно. Прикольно, но мне пока непривычно за мной заиграть. Совершенно, блядь, непривычно. Это как будто, знаешь, ты всю жизнь пьешь колу. Непривычно Пепси. Не, ну это не настолько критично, конечно. Пепси и колы вообще колоссальное отличие. Вы поняли, надеюсь, да, прикол, что это на самом деле не так. Мы, кстати, где-то пропустили ключника, по-моему, нет? Я просто... А, не, ключик, все, я вспомнил. Ключник у нас вот здесь. Смотри, мы сейчас бежим сюда, прыгаем вверх. Ага, так. Да пьебись ты. Ага, вот и ключник. Ага, значит, и туда мы идем потом. Комбо 10. Оп, есть. Хорошо. А-а-а! А, куда? О, секретка. А, блядь, я ж не... Подожди, нет. А, да взлети, сука. Подожди, как я не могу понять, как за него играть пока. Ну, правда, не могу, ребят. Но это может быть, конечно, кому-то очень-очень просто. Апдейт мы просим и код в видосе. О, на совести. Давай, прыгай. А, он принес... Короче, он мне приносит игрушку. Я должен ее вот так вот швырять. И он за ней будет бегать. Так, ладно. Продолжаем. Куда бежать-то? А, куда мне вообще идти? Да куда ты? Да за что? Блядь, это ну заебало. Обезьянья морда. Так. Вот так и вот так. Хорошо. Всё. Да, я плохо играю. Можете ругаться, кричаться. Но я играю плохо. Хорошо. Нам еще ключника нужно обязательно. Так, let's go. На S мы уже не пройдем. А, ты куда? Ага, понял. На S мы уже не проходим. Это стопудово. Это 100%. Так, разгоняемся. Ага. Есть. Ага. Ну куда? Пошла вон. Отлично, смотри, как движемся. Хорошо. У тебя лаки, блядь, подожди, пожалуйста. У меня тут полная пизда. Извини за мат, конечно. Стоп, там же прикол. Ага. Хорошо, сыр есть. Бежим дальше. Взрываем. Бля, ну здесь я уже комбо просрал, наверное. Есть, комбо просрал, да. Хорошо, ну насрать, главное, мы спасем масло. Масло, если спасено, то это на самом деле самое главное. Самое главное спасти масло в любой игре. Если вы будете играть во что угодно, то масло обязательно надо спасать. Запомните этот совет папа и никогда больше не прислушивайтесь к нему. Пошел вон. Ты видел, что я творю? Оп, а куда? Отъебись. Подожди. О, смотри, ачивку дали. Что делаю вообще? Да вспрыгни ты, бля. Так, let's go. Разбил, ебало. Разбил ебасосину. А это какой? Второй круг мы уже делаем, нет? Слушайте, а я не помню, какой мы круг делаем вообще. Ага. Бля, слушайте, а скейт прикольная штука. Необычная, я бы не сказал, что она прям крутая.
Но прикольная. Подожди, да, подожди ж ты, ёб. Все, второй круг, погнал. Так, let's go. Лап 2. Мы вряд ли, конечно, пройдем на больше, чем... Так, у нас сколько? Минута. Ну, мы успеем. Там еще эта пицца-рожа, она... Ага, отлично. Ага. Ага, хорошо. Хорошо, хорошо. Сейчас здесь пицца, по-моему, будет, да, с коробкой? Не помню, блядь, вообще ничего. Хоть убейте, не помню. Все, let's go. Сейчас опять этот крякожопск. Let's go. Ага. Хорошо. Ага. Ой, как хорошо. Да взлети ты. Блядь. Хорошо. Оп, вниз. Так, лайки, подожди. Краса... Бля, запорол все комбо. Пиздец. Куда, куда? Ага, отлично. Блядь, нойз, господи. Поучиться бы тебе манерам в пипина, потому что, ну, это нереально. Ты нереально неповоротлив как-то. Как-то. Ага, есть, окей. Хорошо, бежим. Ага. Ой, как хорошо сейчас было. Блять, какие-то... Я вообще не пойму, мы... Блять. Наверное, зря я нажимаю прыжок. Сейчас, подожди, малыш. Это я коту, если что. Все. А он появился уже, представляете? Ты куда микрофон-то трогаешь? Давай, побежал. Хорошо, что мы набрали? Ашку. Ну, Ашку это, в принципе, логично. Мы всех спасли. Секретку я одну только почему-то увидел. Почему-то остальные секретки я не видел. Это мне почему-то непонятно. Так, мы напрошли. То есть они предлагают все с самого начала проходить. А на босса уже можно? Стоп, там что-то есть. Здорово, мадемуазелька. Сколько стоит? Соточку. Понятно все с тобой. Кстати, это какая-то... А, это моя дама сердца. Точно, я забыл. Блин, прикольно. Просто прикол. Это кто звонит-то? А в этот раз позвонила моя дама сердца. Моя... Куда? Так, это на что? Ага, скелеты. А скелеты это... Пойдем на скелетов. Я не помню, что такое скелет. А, да, прикольно, кстати. Вот эти у вас, блин. Это, кстати, прикольное. Мне нравится. Блять. Подожди. Мне не все миссии, на самом деле, в пидста... Ага, понял. А, блять, это тоже не очень хорошее, на самом деле. Для меня очень хорошее, это где не нужно... Ага, понял. Разворот. Ага. Ага. Не делай такие глаза, как будто... Ой, хорошо. Ой, хорошо. Сыр, да хуй с этим сыром. Эть! Куда? Что ты делаешь? Да куда? Ага, за сыром пошел. Я понял. Я понял. Короче, как обычно, у нас везде А будут и ни одной эски, да? И только в конце игры, если мы, я сильно, блядь, постараюсь, только так... Да, давай. А как вниз? Чу. А, ага, понял. Шикардос. Так, мне нравится торнадик. Так куда ж ты лезешь-то, ёб твою мать? Ага, вот это я люблю. Вот это я люблю, любил и буду любя любить. Потом... Стоп, тут что-то есть. Вот как смотри, как... Я не понимаю... Вот этой штукой нельзя сломать нижние блоки. А каким? Ну, видишь, что он делает? А как это? Куда ты, ёб? А, спасибо. Так, подожди. Не получается. Ага, я понял. Подъёбка для уёбка, я понял. Так, подожди, не понял. Как это открыть? Подожди. Ничего не понятно. А ну, подожди. Да что ты говоришь, блядь? Серьезно, не попал? Я, блядь, не могу понять. Стоп. Ага, все, отлично. Сундук какой-то, блядь, дундук. Понял. Понял. Все было понятно. Не помню, мы проходили это в прошлый раз. Настолько кажется, что это давно было. И я некоторые моментики... Опа, хорош! Не могу понять, как вот реально нижние блоки, если, допустим, прям под тобой блок, каким образом мне его ломать? Ну вот это торнадо очень классное, конечно, но оно не ломает вот эти вот легендарные большие блоки. Не легендарные, а металлические блоки, поэтому мне очень хотелось бы понять... Здорово. Ты говоришь, почему я разговариваю, думаешь, да? Без остановки. Ой... Куда ты полетел? Лаки. Так, хорошо. Здорово, мальчуган. Идем сюда. Я не тебе говорю, не бойся.
Не бойся, здоров... я бы сказал моему коту здорово, мальчуган. Так, хорошо. А, я понял. Пожалуйста, бегите. Блять. Двигаемся дальше. Да и что ты орешь? Ничего такого прям жестко плохого не было. Слушайте, я не могу понять, они что-то поменяли или нет? Я просто настолько сильно играл давно. Может быть, они поменяли там какие-то коробочки где-то, потому что за Нойза не получается... За Нойза... Ага, понял. За него не получается... Еба! Супер Таунт. Да ты заебешь, блядь. Ладно. О, кого? Да что ты говоришь, сказки мне тут, блядь, рассказывает? Да что такое? Я не понимаю, как это делать. Хорошо, подожди, а как вот? Неправильно, подожди. А, подожди, он так тоже пипи намок. Я думал, вот это вот... Да подожди, ты что орёшь? Я должен это сделать, понимаете? Принципиально. Подожди, или я в прошлый раз тоже ебался с этим, а потом оказалось, что он в другом месте. Ну, конечно, блядь. Я вспомнил, я просто сейчас прыгал такой, помню, в прошлый раз. А зачем ты это сделал, Пипина? О, Пипина, блядь, какой ты Пипина, Пипин, тебе еще далеко. Ага, ну да, секретка в прошлый раз была точно такая. Так, две секретки из трех мы нашли. Не надо смотреть пистолет, ты что, дурной, что ли? Ты еще молодой нужен. Ты еще молодой нам нужен. Так, сосисон, отлично. О, нос чешется. Нос зачесался, блин, извиняюсь. Дебильный нос, как обычно. Дебильный нос портит все веселье. Так. Ага, взял. Хорошо. Не понял. О, хорошо. Не-не-не, это не твои. А, ты играть хочешь? Пожалуйста, беги. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше покорять, собственно, этот уровень. А куда? Пипина, да ёпта. Да какой пипина? Вот же, смотри. Ну вот, нормально прыгает. А что за бред? Хорошо, а как теперь? Нормально прыгает, что у него когти такие появляются, увидели? А-а-а, чтобы прыгнуть, нужно просто... То есть, смотри. В жопу поджег, да. Так, хорошо, я понял примерно, как это делается теперь. Надо, наверное, несколько раз сыграть, и тогда ты будет тебе, в принципе... Да ёптыть-моптыть, в принципе, все понятно. Так, разгон. Хорошо, разгончик. Ага, кайф. Ой, хорошо стоят, бля. Оп, эть. Ой, хорошо движемся. А, блядь, ну ладно. Ну, последний всегда, он, знаете, подсирает немного прям, ну, неприятно. Неприятно подсирает, невероятно. А я еще, знаете, что могу сказать? Какой мне больше уровень, вот я что-то сейчас задумался, какой уровень больше всего мне не нравится в Пиццтауре? На самом деле, мне кажется, это одни из последних, где там какие-то заморочки с порталами, что-то, короче, блять, нойз, сука, заморочки с порталами, а как, кстати, это делать? Что, блять? А как это происходит? Он у нас есть, может? Это что такое? Что за хуйня? А, блядь, бросок кобры. Так, все, let's go. А даже хватит их бить, бедных, блядь. Он как-то силой мысли держит их во рту, хотел сказать. А, ну во рту получается, да, в пасти. Раз уж такие клыки, то это пасть получается. Ага. Так, понял. Ага, здрасте. Здрасте, приехали. Ага, хоть хотя бы этого забрали.
Хотя бы сыр, помидор и ананас забрали. Сыр, подожди, сыр, помидор, сосиска, ананас. Все, почти всех забрали. По-моему, там еще грибок должен быть. Главное, как я всегда говорю, главное не ногтей. Куда? Дальше, сюда. Так, помните, мы еще с вами проходили дополнительные миссии? Точнее, не дополнительные миссии, а миссии, которые люди создавали. Это было очень круто, на самом деле. Если у вас будут предложения, пишите, потому что я вот после того момента, как перестал записывать, я что-то, короче, даже потерял связь с теми людьми, которые делали специальные уровни для меня. Это было круто. И было очень забавно, потому что, боже, что происходит? Просто пиздец. Ты куда ж ты бежишь? О, хорошо. Теперь здесь, да ползишь ты, блять. Ну, мне кажется... Вы помните, я прошел игру, играя вот так. И, ну, типа, непрофессионально. Ну, как все вы играете. Потому что... О, куда? Как делать? Оп! Я забыл, как делать вот эту хуйню, когда он показывает лица. Ага, а у нас нет, смотри. А чё ты орёшь? Я все нормально сделал, не ори. Ага, все сюда. До свидули. Тихо, спокойно. Рыба мечты с нами. До свидания, рыба, до свидания. Давайте так, нам бы хотя бы дойти до конца. Потому что это пиздец. Я настолько отвык от этого пиздеца, который здесь... в смысле? Подожди. Let's go, политун. Полетели. Ага, еще раз так, что ли, делать? А, нет, подожди, там секретка. Точно. Ну, хотя бы в этот раз я примерно знаю, где что находится. Потому что когда мы... Ага, до свидания. Хорошо. Потому что когда мы первый раз проходили, и первые прям пару раз я охреневал вообще. Охреневал, во-первых... Ой, блядь, ты что, предлагаешь мне обратно возвращаться? Или второй круг делать? А, или надо было, может, не знаю, может, в самом начале как-то туда попасть можно. Так, let's go. Эти глаза урывали, это разъёб, конечно. Так, стоямба. А, нет, сюда. Оп, хорошо, летим. А, или здесь, наверное, где-то секрет. Я уже запутался, короче. Я говорю, настолько давно не играл, что я уже запутаюсь, что такое секретки, что такое не секретки. Блять, укус, падла, смотри, что сделал. Смотри, что эта сука сделала. А ну, пошел вон. Так, сюда надо? Ага, сюда. Куда? Бля, слушайте, а времени-то уже в обрез. Хорошо. Ага, отлично, рыба здорова. Получи пиздюлину. Так, стоп, какой? Какой лап 2? Нет. Какой лап 2? Здорово. Всем пока. Так, id preference is or AP. Ты давай-ка помолчишь, хорошо, просто. Смотри, мы всех пацанов забрали и мешки бабок залутали. Ой, забавно. Забавно возвращаться еще раз. Come to noise. Что, блядь? Кто меня там это хотел-то? А где? А подожди, тут же есть! Точно! Новое что-то сделали? Не, все то же самое оставили, подлецы. Все то же самое оставили. Ладно, это на задний фон. Хорошо, привет. Давай. Бабки. Ага. Пипермен же. Точно, забыл, кто он первым уровнем был. Так, я думаю, на этом закончим. Если вам понравилось, обязательно пишите комментарии. Как обычно, подписывайтесь. Подписывайтесь на YouTube, Telegram, Rutube, Discord. Оценивайте, ставьте лайки, комментируйте. Все ссылки находятся в описании под этим видео. Не забывайте про колокольчик. И всем удачи, всем пока.